Привет всем! Сегодня мы попробуем игрушку Article. Узнаем, что это за штукенция. Так, сейчас вернусь в голосок, друзья. Будет коуп. Так, ёлки. Чёрт. Да нет, ты нажал. Так, а как вам потом можно через этот ко мне присоединиться тогда получается? Давайте, пускай так и зовутся. Пустил. Все, очкарик. Я, наверное, сейчас как появлюсь, тыры-пыры, тыры-пыры, ни хрена не понял, ну, короче, дробай. Start your... Ну все, я уже всю игру прошел, пока заходили. Все, да? Там тебе надо с меню, наверное, Join to Friends, там как-то подключаться. Ну там какой-то айдишник нужен. А если попробовать через этот Shift Tab? Ай, дебил, это что такое? Зашел к сам-то? Не, мне пишет, типа, tap your friends game ID below. Ай, ты ж, блин. Чё? Да не на ту нажал. Да давай, плыви опять на корабле. Тесса, привет. Что за тайбюрка? 4 семерки. Какой нахрен коннектит? Вы что, издеваетесь? Чё? Я не знаю, куда я попал. Все по беспределу бы. То ли я что-то туплю, то ли я непонятно что натворил. Что-то тут не то. Короче. Даже не заходит, не да, блин. Не грузит дальше. Ты новый эпизод начал или как чё? Сейчас начну новый.
Почему-то он у меня к друзьям ему надо. Какой нахер друзьям? Ну, он инфрент, наверное, туда зашел. Ну вот, начинаю новую игру. В очередной раз. В тот же раз я начал нормально. ID Белов какой-то, не помню. А ты попробуй через этот Shift Tab. Там же стимовское меню такое. О, сейчас начал новую игру. Тыры-пыры, тыры-пыры, это я понял. О, все, я в этом домике. Наконец. Ты спрятался. Угу. Да неужели? Ку, это кукурику. О, это пора даже. Парадик, кровать, хрень какая-то, ботинки, бумага, сейчас чувствительность. Ой, блин. Попробуй присоединиться, получится, не получится. Запустить игру только можно. А Join to Friends не идет? А мой айдишник что ли просит? Да, это новенькая игрушка какая-то. Блин, у меня тут русский все равно. Ну ладно. Ты ее поймешь. Блин, а как это за Shift Tab, да, вроде бы запускается, или Alt Tab? Ой, Alt Tab не тот. У меня Shift Tab не работает. Каким боком ты на месте бежишь, чудило? Ну-ка, как? Да, пока не знаю. Пытаемся как... А, вот, коп мод. А вот, есть присоединиться. Вот, коп мод. Joint friends, take my game online. Вот, take my game online. Наверное, так. И опять какая-то у меня происходит хрень. Ну да, новые игры всегда, да. Море эмоций и море багов. А где мне узнать свой ID? Вот я опять проснулся. Q я нажал, все. Ты в обычной игре, да? Нет, я сейчас этот в онлайне запустил. Окей, найти. А как ID игрока, блин? Пауза, меню во время игры. Написано, чтобы показать ваш... А, показать ID друга. Пауза, меню... А, вот, 12.08. Есть сверху в углу. Попробуем. Нусь. Пойду, чё эту хрень насверлю тут. Звуки какие-то появились. 12.08.
Я куда-то залез. О, а ты есть, вон он, да, я вижу. А хера тебя колбасит, ты так ходишь, прикольно. У тебя ноги от плеч, ёпта. Ботаника. О, Бонифаций, привет. Что за ирушенцы? Это Арктик. Мы в Арктике, ёпта. Но музыку не убрать, что ли? У меня нет музыки. Убрать. Так, и куда эту хрень, то, что мы набрали? Наверное, куда-то на переработку. Вот сюда, наверное, нет? Мне кажется, вот сюда, нет. По-моему. Вот в эту вот фитюль. Ты где есть? А я за домом. А, вон ты бегаешь. А сюда, что ли? А, и как? А, вэлд. Это типа электричество, что ли? А, так у нас все общее, что ли, получается? Не знаю. Ты что, с гелью ходишь? А, вот 0,7. А, ну вот ты продаешь, наверное, да? Не знаю. Упрёшься на комплит. Вот... Сколько... А что это за диск? Исчезло. Чего исчезло? Какая-то дискетка. Ну вот тебе дали этих, я не знаю, как их назвать там. У тебя есть $5000, но это общее, так понял, наше. Ну да, 260 какая-то штука, блин, 28 энергии, ты не знаешь? Не трать мои деньги. Опять он, блин, а, левит. Энергии вот, по-моему. Так вот ты присоединяешься, нет, кот? Пытаюсь. Пойдем энергию тебе покажу. Я застрял. Я застрял, а нет. А, тут другой какой-то делает. Что делаю, не знаю, короче. Методом тыка, блин. Тут, я так понял, судя по деньгам, продавать рыбу, там, консервы на эти, знаешь ты. Наверное, барыжить, короче. Ты что, застрял, что? А вот попробуй возьми, сколько вот сейчас. Восьмерка. Сейчас 3. У меня 8. Ну, возьми. А что это было? Вот, стало 11, да, значит, общее все. Это у нас общак. Энергия. Для кого? Ну вот, чтобы тебе энергию пополнять. Нажимаешь на Q, и там вот этот значок. А, это энергии пополнять в этом, что ли? Еще такие, походу, надо ставить. Ладно. Кота, пока кот придет, мы уже все деньги потратим. Ну, что-то исследовать куда-то. Вон там долго жили. Дирижабль. Большая голуба чего-то. Туда что, да пешком не пойдем. Пешком далеко. О, вон что-то такое здесь. А, подводная лодка, ёпта. Ну, я нашел рыбное место. Где? 2 на карте обозначено. Где у нас карта? Ну вот это на Q открываешь, где там все. Вот а, ну дела. Одно вон вижу, да. Одно сверху, одно справа. Далеко. Тут сверху побольше, поближе. Они, наверное, меняться еще будут. Погнали к подводной лодке сгоняем. А где она? Это не моя. Вот моя. У меня еды им на 1000 метров.
И у меня. Может, на рыбалку туда сгоняем? А мы, блин, а как рыбачить? Я не знаю. Можно на каное сплавать. А, вон удочка же есть у нас. На каное где? А вот каное, впереди удочка, видишь, вверх такая торчит палка. А еще как на нем этот открывать? Инвентарь? Никак, слазишь. Вот еще и аккумулятор. Эпическая сила. Сейчас все висит и висит. Загрузка. А ты вводил этот 12.08? Да. Не, Андрюха зашел нормально. Сколько там человек-то вообще? Может, там только двое? Ничего не знаю, того не знаю. Многопольская игра, кооперативная игра, есть одиночка. Там не написано, до скольки игроков-то. Давай сделаем проще. Я перезапустил. Сейчас я выйду и посмотрим, сможет зайти, потом я попробую. Как для одного игрока, кооператив по сети. Почему я вышел? Куда? У меня в меню вернулся. Почему-то. Даже не сохранил. Да. Я опять что, заново что ли чуть здесь? Привет, сестренка. Мы тут коп пытаемся это замутить. Сейчас я еще раз сделаю. Тейк, требую сейчас заново создаю кооператив. Это только 20 минут, мы уже мудохаемся. Русский? Хрен его знает, где русский. Где-то есть, где-то нет. Как там код у тебя успехи? А, теперь у меня 11.62. Вот сейчас. Теперь у меня 11.62. Пока вы это пытаетесь присоединиться, попробую. Интересно, как тут сохранка работает? Если ты каждый раз что сначала, блядь, с ума сойдешь. Может. А, блин. Может, поспать надо. Может быть.
Ну вот я зашел. Попробуй сейчас. Какой там 11.62, да? Да. Может, там кровати для, надо. Для двоих. А там только две кровати. Может, надо их больше. А куда эта штука делась? Тут же стояла эта штука с этим. Так ты же заново, наверное. Новая же игра. Ну да. И как ее тут сделать? Ну а ку, и там энергия наряд. Ну, этот электрический звоночек или энергия, как назвать. А кого делали? А, вот она. Угу. Да, вот Sleep показывает дискетку. Ну-ка, иди поспи. Лёг. Посмотри, двери-то закрываются, открываются. Отходишь от них, они раз закрываются. Мой спит. Проснулся. Ты там бегаешь. У меня уже вечер. Не у меня вечер. Только я проснулся ранее. Не заходит, да, Андрей? Грузит, все, посмотрим. Мне кажется, стопудово, что ли, то ли еще кровати как-то добавлять, либо фиг его поймешь. Появились эти. Вот тут у этой. Че у этой фара горит, как выключить? Наверное, следишь, она потухнет. Не, она все равно горит. Все равно горит. Как его выключить, хз? Не хочет, да, походу подключаться. Ай, печаль, беда. Попробуйте, может, это какие-нибудь кровати там еще сделать или. А как, я не знаю. Ну, изучайте как. Так, а что вот какой-то это. Это. Хеттинг, какая-то хрень. Адвенсит. 1500 каких-то этих. Микросхема каких-то. Ну вот, собирайте руду, продавать ее и вот те микросхемы. А, это платформа. Какая-то непонятная. Никогда, Андрюх. Не, ну там, ну, либо кровать, мне кажется, нужно. Тут пока видишь их две, ну а как думать? Ну посмотрите в интернете, сколько игроков можно в эту игру загуглить.
день кровью 3000. О, уже 560 ресов. Так. На 1500 надо еще сверлить. Че? Батарейка капут, блин. Максимальное количество игроков 4. Вот, видишь? Или я что-то не то смотрю. Ну так, ты в принципе, должно быть. А, нет, не ту я, наверное, смотрю. Почему? Ну, тут какого-то она дата выхода 16-го года. Ну, они, да, они давно. А, это кажется. Какой-то Eternal Winter. Да, до 4 игроков. Она и также называется Eternal Winter. Папка такая у них есть. Да, да, да. Написано 4 игрока. А тут что такое? Ты что делаешь? Где? Вот это вот что и стоит. Да думаю, все кровати сюда как-то это. А у меня тебя батарейка села. А у тебя код такой же, этот какой там был, 1.68 написано, или только эту ось? 1.62. 1.62. Так а где его заряжать, этот аппарат-то? А ты сейчас зарядил вон зарядник. Не, у меня. Вот он, вот, вот, вот подходи к этому. Нажимай Е. Не, желтый у меня сел, у меня желтый батарея. Это полосочка желтая. Сейчас вот надо подзаряжать вот тут вот. С этого. Сейчас он еще появится, энергия там накопится. Я сверлить не могу. Там, по-моему, надо солнечную батарею вставить как-то. Наверное. Вот, я ставил уже там вот эту одну, которую энергию давала. А, вот солнечная, да. Надо еще одну поставить тогда, а нет? Потихоньку она набирает. Ну вот она, да. Гараж. Видишь, тут можно что-то делать. Вот жилой модуль. Еще один, вот надо 1500 микросхема. Почему у нас 3000? Куда бабки дели? Я говорю, на почему 3000? Я не тратил. Ну-ка, ну-ка, стоп. Да нет, тут не написано про это. 5 кристаллов, 12 рыб. Это у кого? Ну вот я смотрю, это. У меня одна рыбка, 5 кристаллов, 8 семян каких-то, 2 грибочка. 9, это 2 грибочка, 9 семян. У меня, блин, не заряжается. Вот винт турбин. Как тебя ёхарный бабай зарядить? Может где-то надо его еще заменить? Может еще одну панель поставить? Чтобы быстрее было.
схема это. Ресурсы. Здесь водичку берут, походу. Еще ресурсы. И у тебя сел, да, этот дрель? Да. Ну вот еще, давай заряжай. Энергия. Вот, появилась энергия. А у меня нифига не появилось. Вот ты сейчас забрал энергию. Да я забрал, а толку. У меня 5. Хрену поймешь. Мы такими темпами помрем. Мы все умрем, я. Тупо замерзнем. Написано дать. О. Гифиш, я у тебя могу рыбку скоммунизить. Если она есть. 12 штук. О. Финток. А, тут продать можно рыбку за $1. За 1000. Ну, уже хорошо. Купить. Это вода, это. Вот тут можешь что-то готовить. 3 гриба. Иди, зарядись еще разок. Никак пропало. Ну вот им тудри. Как тебе где-то зарядить? А что ты хотел сверлить, а на этих ресурсов нет. Может, у вас на батарею надо? Так, а где она? И будет желтая. Вы когда найдете место сверления. А, вот, турбина, наверное, нужна. Когда найдете место сверления, будет зелененькое. Как-то так. Нужна винт турбин, нужно что-то такое. Ну ты помнишь, где копал когда? Там вот этот был. Этот место такое, где-то копал. Значок там был. Какие-то кристаллы. Ну я помню, где копал. Ну вот. Найдешь такое же место, где будут такие же значки, а и это будет зелененько у тебя опять. Копалка это. Не, я пытался тогда сверлить, когда это место было. А он ни хрена не сверлил. Ну, тогда не знаю. Черно для винт турбин. Не понимаю. Это винт-турбин, это этот, вот, где место копания у тебя обозначивается, где ты можешь копать просто. Ну, винт-турбин это, судя по всему, как ветрогенератор, ветровая турбина. Блин. Короче, нет. Дойдите до какого-нибудь объекта и просто там по-любому будет деньги. Посмотрите, вдалеке здание. А, ну вот и написано, кстати, производит дополнительную энергию. И что-то еще working. А, для работы в ночное время. Турбина, что ли? Да. Но ее сделать как-то надо, непонятно как. Вот сейчас энергии 21. Вы еще этих пару штук поставьте и собирать побольше энергии будете. А вот этих штуковин маленьких. Ну еще одну хотя бы, да, что это одна штука, ни о чем. Сейчас поставлю. А как ее вращать? О! Стоит. Она вращается сама. Прикинь, она на этот раз. Это, на свет. На солнце, да. Ну, пускай собирается, посмотрим. Гифиш, это подарить рыбку. А, блин, ну ладно. Не подарю. Держи.
Так у меня есть вроде, нет? Сейчас сколько у тебя? Две. Вот трейдинг терминал какой-то. А сейчас сколько? Три. Ага. Что, пускай тогда эти ресы собираются? Это не работает. Это тоже не сейчас работает. Вернусь. Почему одна копит, а остальные ни хрена? Это тоже копит. Вот накопилось. О, пошла, и да. Там вот о. Забирай энергию. А, тут, кстати, вот расстояние 44-42 метра 45. Это ты где тут смотришь? А когда вот в руке дрель держишь? Не, это расстояние докуда? Ну, да, походу до этого. До ресурсов, которые сверлить можно. Вот, у меня сейчас 7, 16 метров 20. Ну, вот тут вот оно и сверлится. Ну, пока нету этих мест. Оно на утро, наверное, будет, через сутки. У меня энергии сейчас 33. А толку 0. Так, вот 9 метров, 8 метров. 7. Что, давай до подлодки сгоняем. Может, там турбину найдем? Вентилятор какой. Блин, фонарь все равно горит. У меня уже у собак 50%. У тебя тоже? Нет. Не, к самим собакам подойди. У меня на Зевс 54. Бруно, Макс, Линда. 940 метров. Видишь, индикатор чё? Метр тоже 940. Это до еды, что ли? Это то, что им кушать, они сытные на 940 метров. О, что это уменьшает? Да, да, их кормить надо. Они устали. На Е нажимаешь и тут выбираешь. О, 99. У меня только двоих я смог покормить. А, нет, еще могу. А, блин, все, мне одной рыбки не хватает. Попей тогда. Не, попить ему мало. Блин, этому не хватило рыбки. Подожди. Подожди. О, все, спасибо. Все, 100%. Что, сгоняем на подводной лодке налево. Надо рыбу еще как-нибудь сгонять, наловить тогда. Фига себе, я прыгаю. О, блин, вы куда, тузики, без шифта? Ты на шифте, что ли? Как это? Ты что, они устали у тебя, наверное? О, фига себе, тут торпеды. А, не, нормуль пока. Угу, побежали, побежали. Вон, на 1200 метров подводная лодка. Тут радиация, ёпта. Радиация? Да я просто, вот что-то скоммунизить можно. О, какую-то штуку. Missing energy. Блюпринт. О, что-то я сделал. Какую-то хрень вытащил. А, энергия 183. У тебя тоже 183, если открыть? Да. Угу. Я вот тут энергию взял. Здесь была энергия. Ага.
И че, все что ли? Вон еще наверху. Надо рыбу нафигачить. Надо крючок сделать сначала. Разве надо? Так у нас же удочка есть. А если стукнуть по торпеде, ничего не будет. О, вот тут что-то можно сверлить. Он нифига не сверлит. О, сверлит. И чё? И у меня сверлит. Ты ледышку сверлит? Что-то какая-то пробирка, что ли? Да, они нужны. Уёпа! Типа лава, что ли? Сверли. Да, какие-то штуки собирать. Радиация, походу. Оказывается, надо, видишь, просто бежать именно в то место. Что-то взял, а что, непонятно. Желтое яйцо. Красное еще. Эй, куда улетел? Я не трогал. Вон, улетел. Где она? Ну все, я поднял. А что-то ничего не пишет, что это такое было. Это, наверное, куда-то это, ресурсы. Так, 0,4 каких-то херней. Но это не кристалл. Блин. Так, 11 пробирок у нас. Херня. А, это энергия, что ли, берется? Что-то не понял. Не, 500 было. А, да, энергия 315. Это тут красненькая энергия, походу, была. А вон еще есть. Да, он еще. Да, 330. По пятнашке прибавляет. 348. 363. Надо все равно на рыбалку сгонять. Нам еда очень нужна. Пошли НЛО посмотрим. Где? Ну вот это что за вышка? Какой-то НЛО. Там может что найдем? Собаки там наши не съедят. Смотри, там волки могут собак погрызть, наверное. Они тут есть. Да. Надо видео смотреть. Слушай, какой-то корабль был. Не, походу. Вон вход, база какая-то. О, тут тоже штуки какие-то. Тут есть целый подземный мир. Найдите лифт и спускайтесь туда. Я знаю, где лифт. Там куча рыбы под землей. И кристаллы, и редкие. А, вот, кстати. Радиоактивная еда. О, лог 19. О, да, у меня лог 20. Что-то про телескоп. Блюпринтс, какая-то хрень. Что-то про телескоп. О, вытащил. О, о, хера себе звезды. На, телескоп. Какую-то банку взял. А, можно прибавлять. А как две? Никак? Там внизу какая-то. Какую-то штуку нашел. А, лоб 20. Ку-ку. Кукарику. Привет, лунатикам. Вот кровать. Смотри, можно тут поспать.
Без перевода тут туговато. Согласен. А дата collected. GB. Хрен поймёшь. Пошли к собакам. А вот озеро. А где, говоришь, у нас удочки есть? В этих санях. Так и надо все равно, вот. Надо по карте смотреть. А вот тут открытая вода. О, смотри, я домик нашел. Где? На карту нажми. И слева от наших саней домик только белый. А наверху рыбалка. А, это наша база. А где наши? Вот рыбалка, ниже, вот обозначим. Удочки. Рыбка нарисована. Рыбка нарисована, да. Вот ниже нас, смотри, ниже нас и правее. А тут сейчас такая карта вроде. Я поставил значок. Рыба? Угу. Так, наверное, на выше, ближе, смотри. Может, до речки доплыть, а там на лодке. Надо еще лодку сделать. Она есть на каное, на этой, на санях стоит каное. Хитрый. Каное универсальное. А тут ты к воде подходишь, там появляется иконка, нажимаешь и все. Что ты где? А ты уже свалил? Ой, еще можем на рыбу насверлить. Да. Нам нужна энергия. Тут уже на самолете налеталось. Ну, проверка. Проверка. Да. И тут проверки, блядь. Дирижабль есть, на нем тоже летал. Да ты на всем уже летал. Понятно, почему все сломано. Угу. Все разбило, да. Что, все забрали, да? 419 энергии. Нормально. Блин, надо, да, на рыбалку. Что тут больше ничего нам не произвело? Ну, забрал. Вот здесь вот. А, о, я забрал. 200. Уже 800. Нормально. О, видишь, каное есть. Задний ход у собак. Странно, идут вперед, а... Это Майкл Джексон. Полная походка. Так, где наш дом? А, вон он. А вот слева, подожди, вот мы. Ну-ка, как тут карта? Что такое? Чтобы карту включить, выходить надо? Ага. А вот, кстати, какой-то указатель. В санях. У тебя нету? Это где ты метку ставишь? Ты же поставил на озеро метку. А я на дом поставил. Вот прямо дома. Что? Ну ладно, поехали до дома.
Куда ты домой скачешь? Не знаю, куда. На озеро скачешь. Погнали за мной. Рыбу-то наловили? Нет, еще сейчас рванем за рыбой. Собакам надо. Мне под землей квадрокоптеры понравились. Гоняет. Как кто? Турма. А, турбо может быть. Мотик. Жалко их нельзя. Да чё вы остановили на поверхность? Так, вот наш дом. Так. Что-то застрял. Собаки, мои собаки все сразу ложат. Вот сюда можно поставить метку. Во, появилось. Это бурилки. А энергия-то? Нет, бурение это места. А эти? Потому что утро. И здесь уже по 30 ресов энергии. Забирает, а не пишет ничего. Какие-то хрень какую-то подбирать, какахи какие-то. Это в ту фигню производить это, какие-то микросхемы. Они нужны, чтобы строить вот эту вот фигню. Мега какая-то микросхемка. Восемьсот. Так, а что нам надо для этой фигни? Хейтинг фак, это что такое? Хейтинг фак. Вот 700. А оно без платформы что ли стоит? Что такое? Апгрейд. А что тут кровати там как? Апгрейд менеджер. Антенна. Миск фабрикатор 200, который рядом с энергией. И там уже выбираешь, какую постройку хочешь. Блин. Микросхемки нужны. Руду собирайте, продавайте. Да мы тут на переработке. Ну, 200 есть, вот это, да? Вот тут. Угу. Стол. Софа.
А где кровать? Как-то же кровать надо делать. Может, модуль еще один, не знаю, может, правда, там только на двоих. Твою мать. Вот почему у нас денег нет. Чему? Потому что покраска стоит 2000, оказывается. Что там? Что? О. Да ничего страшного. Все хорошо. Сейчас засверлю. Собак причем. Ага, надо на рыбалку гнать. Блин, надо потом тогда полазить в интернете, посмотреть. А, тут буи. Купить 1000 штук за 5к. Кого? Долларов. Кого? Вот эти микросхемки. Ага, это за 5000. А у нас 1000 осталось. Как? Куда деньги дел? Ты посмотри, убегает. 2000 взял и убегает. Я на рыбалку. Мне надо собак кормить. Блин, а где тут объехать? Я тебе говорил, поехали туда. Это тут, походу, не объедешь. Поехали туда. А, нет, тут направо надо. В объезд. Быстрее, мне кажется, туда поедешь. Как рыбачить? На лодку залазь. Если на лодке туда доплыть, а не на собаках. Ты вот на место там посреди буёк там на лодку, ну, к реке подходите. Ну, я уже на воде. А, ну вот. Появится значок крючка. Нажимаете на Е, он типа закидывает удочку. Как только попадается рыба, там типа восклицательный знак снизу. На Е нажимаете, да, постоянно. И типа вот вам. Я чё, блин? Олег, может, ты пойдешь играть? Ты чтоб все знаешь. Не, я не знаю. О, тюлени. Он там какой-то ящик, что ли, на берегу? Тюлени, пингвин, меня что-то как съели. О, рыба. А, нет, это птицы. Это отражение птиц. Просто. Ой, нашел бурилку. Сейчас вот меня съедят нахер. Кто тебя съест? За буй. А, во, появился крючок. О, а как ловить? На Е нажимаешь, он кидает удочку. И все. Как она зацепится, снизу вот отрицательный знак. Ты на Е нажимаешь. Сбежала рыба. Постоянно на Е жмешь и, ну, не удерживаешь, а именно жмешь, и он типа у тебя там шкала появится. Какой-то значок появляется. А. О, рыбка поймала. Надо рыбу наловить. Лови, я пока посверлить буду. Ну, посмотри, как тут коп делается.
На Гарри Поттера смахивает в очках. Ух ты же, блин. А почему две? Чем больше двух не влазить? Еще лови. Либо закончится там какая-то другая надпись. Одна. Я своих собак потерял. Карту открой, там Саня нарисован. Tomorrow, вот сволочь. Все закончилось, рыба. Ой, я вижу тебя на лодке. Ич. Где мои собаки? Не работает. А? Вот где, откуда я плыву, там и твои. Да? Все, тут только в одном месте рыболовит. Фига ты, говорит, шифтом мне, он несется, как моторная лодка. А у меня что-то не несет. Без шифта не работает. То есть шифт, шифтом не, он и так носится. Вон, смотри мимо тебя, как проплываю. Ничего себе, а почему так быстро? То у меня ты так же быстро. О, 14 рыбин. Ладно, собака. У тебя есть сколько рыбин? У меня три. М? Три. Сейчас, стой. А у вас не общие они? Не. Сейчас сколько? 9. Нормально. У меня 8. Спасибо. Ну видишь, тут пару рыбин поймал. Надо на другое место гнать. Так, собаки еще пока нормально. Сыты, здоровы. Может пить? Нет. Сколько мне воды? Чё, куда дальше? А, там подводная лодка, мы там были, да? Вот туда. Ну, вон, только дирижёры были. Дирижополь? Фонари включаются автоматически, походу. Разве? Угу. У меня всегда горит. Я когда сладишь, они тухнут. Вон какая-то штука. Там вода надо в объезд. Вот собаки хата. Вообще какие-то нетренированные. Что, не тянут? Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Мне кажется, там можно было проехать. Ну-ка. По льду. Одно и один плюс, не надо кнопку держать вперед, она сама едет. А то я привык к Дейзи.
Тыглим-тыглим, да. Чё, я вперед. Ты прям по воде? Угу. Или это лед был? По воде. Ух ты, что это такое? Что это забрал? Какой-то ящик, какой-то килограмм херни. Фотки. О, фотки. А, тоже фотки? А, вон он есть. Этот. Это какие-то первые фотографии? Это вот вторая. Вот ледник вон. Вон, нет, или не он, не он. Хрен пойми. Что мы собрали-то? А у нас кристаллов уже 8 каких. Чего? Ну, теперь так, собачки вон как. Нормально, бегать. 600 метров. К дирижаблю. Как ты по не утонут, не? Ой! Да ну нафиг. Чего? Чуть не утопил. Я что-то не вижу, ты где? Я к дирижаблю, к этому. Деревянным херовинам. На карте увидел. Вижу, вижу. На карте не интересно. Как если что там от дичи отбиваться, если даже нечем. Ни лука, ни стрелы, и нету ни хера. Вот звезда упала, успел загадать желание? Я нет. Походу на кота упал. Молчит. Да, минус одна собака. Утопил, что ли? Звезда упала. Собаки не тонут там, получается. Ты утонешь, не собаки нет. Это остров от корабля. О, мешки какие-то. О, 15 семян. Еще какой-то килограмм. Какая-то бумажка. Все, все понял. Шестеренки. Палатки. Тут может как-то можно устанавливать, сколько игроков играть может? Может быть. Оптимус. Найн. Окей. 10, 11, 62, это этот. Деньги, ать, продавать рыбу, зарабатывать бабос. Давайте коту продадим рыбу. Тебе нельзя, ты все съешь. Хардвейр какой. Контрол. Так, тут все. Блин, нам нужно это. А ты где? Да я вам какой-то фигни поехал. Вчера ты умчал. Там у тебя рыбалка как раз, рыбу полови.
Ну, тут и бурилка. Где наш дом? Бедные собаки. Не упали. Вот тут еще ее. Хера себе карта, блин. Эпическая сила. Ни хрена себе карта. Это мы там. О, тут рядом тоже озеро есть. Как раз рыбку половить. Я пробирку нашел. Собрал. Всем. Со слизи. На. Еще одна. Тут пробирок. Ух ты, это лифт, лифт походу подземелье. Да погоди меня. А может и нет. А ты блин, а? Я сейчас разведаю. Правда, лифт. Тебя убили. Я... Ой-ой-ой-ой-ой. Я так понимаю, туда лучше пока не соваться, да? Не, не знаю. Просто там темно. Ну, не настолько темно. Но темно. Поехали вместе. Сейчас скачу. Я только я не знаю, как тут по льду этому, по воде. В глубокой воде утонешь. А как сохраняться? Поспать надо было. Угу. Походу нам потом придется сначала, если кто-то умрет. Да вряд ли. Просто на базе появится, да и все. Ух ты. Еще тюлень. Так, я куда-то еду. А как ловить-то? Не понял. Ты когда... Кого, рыбку? Ну вон, сейчас Васька тебе скажет. Да. Я плаваю, плаваю. Там буёк такой появляется. Там должен быть буёк такой на воде. Появляется крючок, нажимаешь Е. А, вижу. Когда вижу. Появляется плыву такая палочка, опять нажимаешь Е, и там это таких две этих полоски. Надо тебе быстрее Е нажимать, чтобы полоска с рыбкой не заполнилась быстрее. А это вот тут, наверное, лифт. Тюлени, бля. Да, это лифт. Главное, смотри, они злые, наверное. Собак надо спрятать. Для сбора нужна энергия, короче. Почему не копала, если нет энергии у тебя? Ну вот, когда на ку на это нажимаешь, то он и собирать не будет. У нас ее 810. Ну, значит, все. О, привет, рыбак. Скажи, играй в русской рыбалке, тут рыбалка. Все, кончился у меня. А, нет. Мне там скажут, когда надо прийти в другой день.
Привет, эскимос. Ух ты, там птицы летают. В воде? На небе. Смотри, отражение даже в воде. Наверное, коршун. Скам на минималках. Или это он показывает, сколько он вытащил? Две рыбины, три. Сколько вытащил? Ну, я по три рыбы вынимаю. Везет. Три. Надо, короче, чем быстрее нажимаешь. Не, наоборот, чем дольше. Камбэк. Возвращайтесь завтра. Не, мне нет еще. Камбэк завтра. Ну, правильно, с рыбой вон какой довольный поплыл. Семнадцать штук. Собачки. Собачки, кот пришел вас кормить. А вы их не голодны. Значит, надо подземелье. Василий, жду тебя там. Под землей. Я еще ловлю. У меня еще есть куда ловить. Пингвин ходит. Тут бинокль есть, это в курсе. Угу. Но все равно две. Приходите завтра. Магазин закрыт. Ты кормил собак? Да, ничего пока, нормально. У меня 56. Пускай поедят. Пускай. О, у меня 22 рыбины. 23 семени. Ты где уже, усвалил что ли? Да, я там. Уа. Ух ты. Ёпта. Ты куда уплыл уже? Ну тут ходить можно, тут плавать надо. А ходить там, наверное, можно. Тут еще и фонарь. Поплыли? Вот. А вон там пешком можно. О, грибы какие, нифига себе. Глюциноген. Ух ты, грибочки. Грибочки. Ты на лодке, да? Я переплыл на другую сторону. Тут я грибы. Пешочком. А я пешочком. Ой, что-то я нашел. О, да, я грибочки кинул. О, 4 грибочка. Суп сварим грибной. Ух ты. А у меня тут какое-то растение. New Iron Plant. Что-то... Что, его собрать надо? Чужое растение. Рыба плавает. Эх, ничего себе. Ой, что там за база какая-то? О, сверлилка. Что тут сверлил?
Ну, вот тут в воде рыба, знаешь, какая огромная плавает. А ее ловить можно? Да, тут рыбалка есть. Сейчас поймаем. Тут видите, кристаллы сейчас сверлю. Ничего себе, тут рыба больше, чем мой каяк. Где ты плаваешь? А я пешком пошел. Куда? Направо от этого, от лифта. Я какую-то базу нашел. Зеркальные карпы, наверное. Или голые карпы. Какая-то штуки. 6 штук за один раз. Вот это рыбалка. Вот это я понимаю. Тут батискаф. Какой-то там батискаф. 20 рыбок денег стоит. Тыщенку, по-моему. Зеро. Да. Ой, еще, можно поспать, слышишь? Подожди, я рыбу ловлю. Сохранится. О, блин, внутри тут. Да я тут посплю, ты-то можешь, ты же не спишь. Ага, все. И у меня тоже. И поспал. У тебя сон? Да. Вчера такой с удочки, вдруг темно стало. Выключили свет. 5 штук. В общем, их ничего себе. В общем, чем ближе рыба, тем больше ты ловишь. Ну и тип теперь тебе. Типа, значит, не надо быстро наезжать. Надо. Тут просто. Ну, нет. Какие бы тебя теперь? Рыбка сорвалась. Как так-то? Пройти. Ну ты направо от лифта иди. Ну какой-то лифт вижу. Вот, наверное, он и есть. Или от него. Привет, привет, дружище. Все, говорит, комбэк завтра. А ты что, грибы можно собирать? Маленькие, да. Маленькие можно. Так. А где лифт-то, блин? Сейчас я. А ты на карте меня не видишь, да? А, вон, вижу. Тут что, и рыбалка была рядом. Вот сзади есть рыбалка. И дофига тут рыбалка. Ты их не приплыл? Не, я тут у меня. Пойду сгоняю. Вдруг 5 рыбы наш, я поймал. Это прям тут. Ну, буйка нету, да, получается?
Ой, ни хера себе рыба. Не рыба это, блин. А тоже ты... здоровый, да? Вот еще один лифт. Интересно, он куда, вниз или вверх? Вверх. Это тот же. Нет, тот же. Опять же, три рыбины почему-то. Нет, это я в другом месте. Ну, у меня они большие. Только я не знаю, быстрее надо нажимать или... Быстрее. Три все равно. Давай потекаем. Что-то я тебя не вижу. На карте посмотри. Смотрю, что-то не вижу. Какой треугольничек должен быть. Пять рыбин, да. Походу, ты далеко ушел. Нет, я рядом был, я тебя видел. Просто, может, когда я рыбу ловлю, меня не видно. Ну, может быть. Просто, когда ты бегал на берегу, я тебя видел. Я лифт вижу отсюда. О, 6. Их много лифтов. Да? В общем, как это? Приходи ко мне. Ну, еще 6. Ну все, come tomorrow, завтра. Сейчас вернусь. Вон лифт. Тут громкость такая маленькая в игре, капец. Вообще даже не слышно. И не прибавляется же. О, я тебя вижу. Маячок поставил к тебе. Тут лифт. Грибы. Хорошо, компас выручает. Нехило ты забрался. Не понял, а что там такое полосатое? О, еще один лифт. Слышь, пойдем, там такая хрень какая-то полосатая, посмотрим. А, ну с этого лифта мы залазили. Потому что вот переплывали. Да, я переплывал. А ты убежал вон туда. Туда ли я бегу? Дебри ты умчал. А вон он. А что это там такое?
Это что там? А что это там на острове так светится? Ты был там? Что такое замер? Пошел, может. Это что за штука? А, он, наверное, уже... Ой. Что-то такое дало. No alien. Какое-то растение. Но... Ёпты, рыбы, ёп. Ну, пока кота нет, я плавлю. Еваная рыба. Посмотреть, как еще игрокам добавляться. Мне кажется, может еще один какой-нибудь модуль надо поставить. Да нет, мне кажется, сразу должно быть. Ну да, по идее. Может как-то устанавливать настройка где-то. Ну, ловишь. Да. Спалился. Может надо, я да, тебя вижу. В настройках где-то делать. Я там какую-то штуку полосатую видел, надо будет туда сгонять. А вот это видел? Наземное растение. Да, алиен какой-то. Чужой. Угу. Все, пипец, мы заразили. Кстати, а тут есть не надо? Не знаю. Надо, наверное. Тут готовить же надо. Супы и всякую хрень. А, да, да, да. Слушай, у меня откуда-то и мясо взялось. Ты никого не убивал? Нет, а как может, убивать? Это от рыбы? А, может быть. А, да, кукет фиш. Приготовленная рыба. Откуда она приготовлена? Не знаю. У меня сейчас рыба будет, нам не горюй. Но у меня 45. Ты там еще где-то наловил? Угу. Фига ты бегать, ёпта. А прыгать как? Пробелом. Фига, он еще ногами болтыляет. Ну попробуем, а что же наловит тут? Наш день-то наступил новый. Да уж. Лошади плавают целые. Угу. Блин. Сорвалась, я приходил. А у меня тоже один раз сорвалась так вот. Приходи. Почему-то не понял. Сейчас. У меня 81 рыбина. Ничего себе ты. Нафишил. За бабос продадим. Супов наготовим. Тут бурить 400 метров с лишним. До бурилки. Вот туда надо. Там где-то я видел такую штуку. Ты где? А, вон. Где я шел за тобой? Не помню. Там такая хрень была. А вон, что это вон там? Вон она. Ну, пойдем посмотрим. Собаки там наши не умрут. Кости какие-то. Скелет. А это Билл Зира. Покормил собаку. О, бурилка. Надо набурить резок. Я бурю. Обнафтика, да там? Косточки. Надо выбираться отсюда, походу. Кракен какой-то.
воде прошлись такие. Ух ты! Тут что-то тоже бурить можно. Пробир. Да. А там энергия. Тоже будет. У нас 18 кристаллов. Там все собрал, да? Угу. Так, как сюда выбраться теперь? Тут нет выхода. Явно нет. Блин. Пойдем по речке. Тут не моторные лодки. Направо, налево. Давай налево, извини. Я вроде слева был. А, вон лифт. Мы на нем поднимались. То есть спускались. Да, мы на нем спускались. О, и на остров какой-то заплыл. Все, ты его колонизировал. Интересно, вдвоем можно на лифте подняться? А, да, заходь. Влезешь, нет? Нет, что? Все, залез? Да. А, ты один поехал. Один? Если один. О. Так, мои сани есть, твоих не вижу. Мои вон стоят. О, тут появился заново. Можно бурить. Пробирки. Хера себе, у меня собаки пока сидели, жали уже 50%. На ночь просидели. Ну и собаки. Вот и собаки. Просидели. Проверю своих. Если они еще есть. Они сдохли, все. О, привет. 45%. Так, что тогда гоним до хаты? Поехали. Тюлень. Надо покормить. Тюлени? Сколько у меня воды? Воды, где вода? Попить. Хрен вам, а не пить. У меня и нет. А, не его. Воды 9. Оно хомячтивое. А мясо жареное появилось, что нет? Да я думал, я то пожарил, того есть. Блин, самому надо жрать, у меня еды этого. Чуть-чуть. А где ты увидел? А вот где рыбка нарисована? Вот, а, вот, да. А чё они у меня на 136 метров? Воды не хватает. Собака? Нет, в себе. Ну, если уж прям совсем, то немножко установит. О, жареное мясо хорошо устанавливает. Рыба. У меня нет жареного еще. Мне дома надо готовить. Интересно, тюленей можно убить? К ним не подходил близко? Нет. Можно пингвинов покормить. Их замочить надо. Чё толку-то их кормить-то? Ну, не знаю. Они яйца будут давать? Без понятия, они рыбу сожрут. Может, конечно, несколько раз надо. Нет, я не Гринпис. Так, все, я дом.
Буду разворачиваться. Блин, эти озера. Ну вон он, тюлень. На 136 метров. Ты что, хочешь тюленя загасить? Да. Сверлить. Смотри, блин. Ух ты. Куда ты? Нет, надо ничего лук не делать. Надо лук делать. Да. Как его делать? Фига себе, 1600 метров. Эх, ничего себе, ты чёрт, тут бурилка. Луна. Как она быстро летит. Или это снежинка большая. Так, ну что, гоним до дома. Блин, все тут объезжать. У меня на 1600 метров нормально. Запас хватает. Да это расстояние до ближайшего рыбного места. Не, на санях нарисовано. Это расстояние до ближайшего рыбного места. Ясно, я думал это настолько, насколько сил хватает. Как подпрыгивай. Тут как-то дом там наш меняется, не помню как. Пробел. А, да? Да. От первого лица. Ух ты, три раза нажимаешь прям далеко-далеко. Ну и камера крутится, ёхрена бабай. Я кролика вижу. Кого? Кролика. Где? Где? Кролик в Антарктиде. Вот он бегает, я за ним. По собаке. А ты зашел? Не. И мое. Ну это как-то это. Сделайте. Вот тут ресы посверлить можно. Ну и они появились. А вот тут какие-то есть. Когда поспишь, заново все переспавниваются. А я не вижу. Вот впереди. Я впереди не вижу ничего. Вот они появились только что. А, вот, да. Туда. Он еще и свистит. Надо рыбку приготовить. О, опять звезда. Бомбят, походу. Угу. Вот она, наша база. Там вулкан, что ли? Где? Слева был. Что-то от него дым какой-то идет. Не, это пыль. Пыль, да? О, а что такое? Ну-ка. Направо. Ага. Видишь, на горке. Ага. От третьего лица сделал, потом увидел. А, там палатка, там семена, походу.
там походу семена. Надо жрать, бежать. Павший спутник. Ты нашел? Угу. Какой-то килограмм какой-то фигни. Да, вот 8 килограмм всё, какой-то фигни. Семена никаких не находит. На кой хрен тогда сюда? Ну это эти. Руда. Это для этих микросхемки там надо делать. Элен инкубатор. Ну, ящики надо какие-то искать, они дают эти штуки, которые там. Микросхемы какие-то по одной штуке там где-то на. Едем домой. Блин, а как тут объехать это все? А, вон справа я. Ты куда едешь-то? Тыгдым, 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 тыгдым. На подводной лодке он еще энергии потом забрать. Мы у дирижабля так и не были. Вы же сам начали. Нас сохранить. Нет. На дирижабле так и не было. Мы на подводной лодке были. Надо сохранить сначала. Как? А ты поспал каким-то образом, да? Я там в батискафе лег. Там батискаф был под скалой. Ну-ка, фиш. О, рыбку готовь, заспи. Сколько энергии жрает? Энергии? Сейчас посмотрим. Даже не сколько. О, свет включили. А, нет, съедает. 781. Или это то, что ночь потому и съедает. О, ну-ка поел. О, прибавилось полное. О, супчик. Грибов хватает. Супчик. 715 энергии. Что такое? Какие-то пилюли. Что это такое, не знаю. Так, пошел торговать рыбу. О, 3000 сразу. Давай зарабатывай. Кто-то должен в этой семье зарабатывать. Покрасить надо, да? 2 гигабайта за 1к. А у меня 0. Порыду. Чего 0? Че, рыба закончилась? Гигабайт продать не могу. А ты энергию собрал? Да. А фикс 10. Это почему? Че случилось? А, ремонтируй. Они ломаются еще. Ломают? А как ремонтировать? Подходишь, там фикс. Надпись, и это Е нажимаешь. У меня нету. Я все отремонтировал. А что энергию не забрал? А я там не был. Я забирал. Да, 798. Ну-ка. Рыбку 20 штук. 1к.
Браузер. О, у нас уже 6000, да? Ми олигархи. Так, сейчас я подойду пару секунд. У нас уже 8000. И так, уже утро. А мы спали? Нет, нет. Нет. Сейчас поспим. Я поспал. Уже ночь. У нас уже 8000 стало. Да, я еще рыбки продал. У меня еще 15 рыбин осталось. Собакам оставьте. Вот, тоже ремонтирует. Так, 570 у нас микросхем, это еще мало. Надо типа порабачить еще. Так вы руду собираете? Да. Где? Сколько килограмм у вас? 8. Я уже. Или продали уже? Я уже продал. Я на микросхемы их трачу. Ну да, на микросхемы, а куда еще? Она продается как-то? Я просто не вижу, там можно продавать какие-то вот, эти. Подожди. Микросхемы их, да, типа перерабатывать. Только покупать можно. Микросхем только покупать. Вот это и микросхемы, а вот эти вот, которые повыше этого энергии, тоже какие-то вот там денег там такое-то количество, потом еще какие-то вот типа. Ну это вот между рыбкой и микросхемами. Какой рыбкой и микросхемами? Где продавать-то? Ну там такой отдельный столик, и там за определенное количество энергии ты перерабатываешь руду в это. Ну да, да. Микросхема. Сейчас у нас шесть. Нет, мы перерабатываем. Сейчас 6 килограмм. Ты делай прям сразу большой. Он тратит больше энергии, чем 2 по 3. Чем 2 по 3? 2 по 3 тратит 50 энергии. Да, это ладно, вот я сейчас еще соберу. Тратит 50 энергии, а получаешь 100 этих штучек. А за большой 300, по-моему. Как-то так, что ли? Надо посмотреть. Сейчас посмотрим. Так, 1800, ну-ка. Сейчас сделаем один большой.
2170. Да ладно, буду большие, главное, чтобы энергии хватило. Угу. Хоть 293 уже энергии. Угу. Почему 270 больше не добавляется? Может, кончилась руда? Да нет, она написала, что нету. 3,3 килограмма. Значит, энергия... А, энергия у вас тоже есть, тогда не знаю. 2,270. А, сотню за 3 килограмма. Ну-ка. Тут, короче, можно между базами быстро перемещаться. А, вот оно. Чё, тут надо мышки ещё. Чё? Что-то делать надо мышкой, что вот эти три полоски выровнять как-то, или фиг знает. Я все думал, сама. 193 энергии осталось. Ну, оставьте, чтобы руду добывать, оставьте. Ну так, что нам надо? Две тысячи столи, кресло 1000, издеваетесь? Костер 2000. 2К это же 1000. Old kitchen это что? Old. Кухня какая-то. Это кухня. Кофемакер. Кофемашина. Идите нахер, дорого. Камера, да не нужна нам камера. А вот, это произойдет какая-то хрень. Это растение. Олейный инкубатор какой-то. Компьютер. А что за компьютер? 2 ядра, 2 гига. А он что-то... О, сколько энергии. Вот это какая-то хардвер. Автоматическое что-то такое. Может, перерабатывает? А, продукт. А, да, наверное, еще посмотрим. Если не понимаю, собираю энергию, она потом уходит. Вот то же самое, ёпта. Что-то делаете, наверное. Что-то долго он производит. О, нихера себе. Нормально. Сразу 4 штуки. А это что за правило лаборатории? Мы же пробирки собирали. Давай поставим лаборейшн. Что ты делаешь нам с пробирками? Энергии мало.
ну, выйдет, она, наверное, готова уже. Представьте. 17 пробил. Блин, энергии мало-мало-мало. Надо как-то это... Может, еще поставить энергосборку? Поставим. По 16. Ну, работай. Так, что нам еще теперь надо? Эти стены. Что тут еще? Это какой-то грид. А, это выравнивать, похоже. Миску фабрикатора сделали. Снап тут, хрен поймешь. English шаришь, yes, I agree. Ну ладно. Ты умчал куда-то, что ли? За рыбкой. Хлебом не корми, дай рыбки повалить. Антенна какая-то. 6К. 14К, блин. Реактор какой-то, блин. Детектор какой-то. Dark Matter детектор. Идите нафиг. Так, больше я красить это здание не буду. 10 денег сполна можно покрасить. Я уже раз покрасил. Теперь понятно, как 2К делалось. 4К. Два раза. Ничего себе. А, разобрался я, Андрюх, с магнитолой, и все, теперь работает. Надо будет только сделать. А все остальное работает? Да, банкомат, все работает. То у нас там стол исчез. Не было просто этого. Не прописаны были снегоходы, потому и не работал. Из-за них, конечно, там куча глюков небольших. У нас на верстаке инструмент пропал. Да, там и не вешается ничего. Сейчас должно, по идее, работать уже. Ну, я заходил, вот, последний раз снегоходов уже не было. Ну, потому что они были не прописаны. Они были как бы в этом добавлены, например, у тебя, да, в модах. А в игре их не было. Я их забыл в батнике прописать. Собачек покормить. Что, туда тоже куда-нибудь сгонять? Подводную лодку. За энергией? Ну, что там такое дают? Энергия только вот я... Ну, в принципе, я вот близко тут от нее могу добежать.
Я хочу налево там куда-то. О, я к дирижаблю сгоняю. Налево тянет. О, Марат, привет. Мало вам зимы в Дейзи, вот теперь в Арчику. Поперлись. Чукчи, блин. Тут хоть не холодно. Ой, что за такой этот ящик? Он меня отвлек. Бери его, говорят. А, тут мусор, как... А, нет, какие-то другие кристаллы, что ли? А, тут, это, тут кристалл, я тут забирал кристалл. Розовые какие-то? Да. Ты забрал там, а опять заспавнилось? Не-не. Ничего а, нет. А, вот он ты. А ты говоришь, близко для, до подводки, там, для нее еще ебать. Да. Вон она. Вообще-то вот она тут. Можно, кстати, быстрое перемещение делать. Каким там что-то у дирижабля что-то есть. Когда карту открываешь, там в правом нижнем углу, смотри, домик такой. Клацаешь на него и на базу. А собаки? И собаки. Несколько баз строишь в разных местах, потом между ними перемещаешься. Ты хитрый. Халявщик. Ой, что там так зеленый. Написано. Зеленые там что-то. О, да, дирижабля надо... что-то. Каких-то объектов может надо ставить. Ну, 200 энергии. Блин, а как оружие крафтить? Вот 200. Вообще есть оно? Да, лук есть, я видел. Я что-то не вижу тут. Может, у нас еще просто не открыто, может, как-то открывать надо? Какие-нибудь умения или хрен поймешь что. А, торговлю тут можно сделать. О, самолет, ёпта. Вот и собачки мои. Ты базу поставил не в том месте. Мои собачки прям на эту базу перемещают. Какую базу? Ну, какой-то круглый домик. А он сам ставится. Так, вверх, что-то такое, я так не понял, что-то написано. О, еще зеленая бурилка. Походу, семена. Да, семена. Грибочки. А тут еще и разные вылазить. Ну, это самолет. Он разбившийся, я думал, может. Ой, я на самолете. Летишь? Походу улетел. На Луну. Ух ты. А я думаю, куда вся энергия делась? Что, исчезла энергия? Да, вся. Вон он летает. Вообще. А как вылезти? А вот теперь все. Так и будешь летать. Это наказание тебе. А как тормозить? Носом, носом. Пикируй. Да не носом самолет. Своим. Да. О, приземлился. Нет, еще и не приземлился. А, в общем, над горой летает. А там что, дерево что растет, да? Я над тебе над тобой лечу. Ты еще не летишь надо мной, ты далеко от меня. Вот я уже почти над тобой. Нет еще. Вот я мимо тебя прилетаю. Да там вот мимо только, а вот. Собачек куда делал? Бомбардировка. Как эти хотя раз хочу. Какой-то это непонятный аэроплан. Хероплан. Лети на базу. Хероплан.
Ты что так рано приземлился? А мой самолет где-то? Энергия закончилась. 44. Блин, не долетел. Где мои собаки? Собаки твои. Потому что они с тобой побежали. Ядрёшкин, матрёшкин, ещё мы там остались. Сделай на карте перемещение. Сейчас к тебе придут. Лиса, что ли, ходит? Или волк? Вот они мои. Ух ты, они прям в этой. А как выезжать? Я же тихо, просто говорю, садись и езжай. А ты хоть бурил тут? Там семена. У нас энергии мало, надо сейчас собрать энергии. Самолет жрет до хера энергии. Надо больше тогда строить этих под энергию. Надо ветра еще, генератор. Все надо. Угу. Вот как субсистенс. Там, кстати, все ничего надо. Не добавили. Пока нет. Жаль. Так, подожди, там же это грибы, по-моему, что-то. Что-то еще там было. Они теперь по-другому, эти животные работают. Ну, потом. О, сейчас будет 5-минуточка. Посмотрю, может сделать можно в настройках где-то этот. Сколько людей добавлять в кооп. Ты поспи там. Я уже ускакал. Е-мое. Куда ты скачешь? Дирижаблю обратно, я так до него и не добрался. Меня самолет отвлек. Я тут все собрал. Что толку? А самолет опять тут? Не знаю. Да, самолет опять тут. Не, один вон стоит. Вот тут прям вот дирижабла. Дирижабла, это значит мой. Ну ты смотри, у нас энергии нет. Ничего не знает, у вас нет, а у нас есть. Там полтинник надо, это там чуть-чуть пролететь. Что, решил улететь? 50. Да, куда тут улетишь с вами? Тут нигде рыбки не поймать. Вон что-то такое справа, какой-то ледник интересный. Ты на дирижабле был уже? Я вот по нему похожу. А, да, там еще один телефон. То есть, блин, это самолет. Чё-то на гору не забирай. О, хочу синий ледник вот тут исследовать. Как далеко. А, нефтяные вышки вижу. Где? А ты где? А вот, со стороны дирижабля, такой вот синий такой квадрат. Я вот вижу, да, но тебе назад надо, далеко. Надо посмотреть, что это такое. И нашу базу вижу, да. Как раз от нашей базы как раз мы не видим эти вышки, они за горой находятся. Сейчас я к этому квадрату сгоняю, может там что-то такое. Может он НЛО там какой-то. Бесплатно летающий, блин. Полюбас. Халява летающий. Однозначно. Вот он. Халява. Пищу. За чужую энергию. На лодке туда надо заплывать еще. А, вижу тебя. Такой. Едешь. О, еще что-то вижу. А там что? А, там энергон. Зимний домик какой-то. Фиг вам называется. А чего вы там в лифте нашли? Во всякой херни.
И грибочки. Да, тут надо налог. Там рыбалка хорошая. Да. Да, там рыбалка самое главное. Угу. Крупняк. Еще инопланетное растение. Ну-ка, а что здесь внутри? О, лифт, ёпта. Да, тут это 4 лифта, по-моему. Я посмотрел, как. Ну, тоже какие-то прибамбасы здесь. Нам надо пропеллер найти. Тоже бурилка. Я к нефтяным вышкам поехал. Давай. Посмотрю. Я ж под землю спущусь. Опять? Там ты рыба. Что за бур? Какой-то этот. Что-то было получено. Какой-то ящик был. Ну, а может какой-то крафт был открыт? Может какой-то крафт был открыт? Потому что появился квадратик, с, ящик с плюсиком. Тут как раз красные кристаллы. Нефтяные вышки, естественно, сломаны. О, я получил 1 килограмм. Воркшоп. А. Парашют. У нас 2 самолета из 5. Один телескоп мы нашли. Короче, непонятно что. В итоге я понял, что ни хрена не понял. Еще бурилка. А, энергии у нас нет, да? Ёпты, собаки. Это надо эти бурить, которые энергию дают. Светящиеся, помнишь? Они энергию хорошо давали. Надо поискать. Это не могу забрать там. О, вот и были. Вон вижу скелет. А как бурить, если нечем, да? А, о, я возле этого инопланетного растения. Тут как раз и рыбку половить. Come back to more, вот сволочь. Не дали. Выловили все, наверное. Еще Туморова просто не наступило. Хм. Фига, ты умчал. Сейчас вернусь. Надо энергию собрать. Да я ТП-шусь на базу. Типа контейнера какой-то. Я на базе уже. 16 энергии вообще нет. Сейчас наберу. Надо отремонтировать этот. Все, набрал. 92 энергии. Глайдер. Да, это глайдер какой-то открыл. Что за глайдер? Что это такое?
Тут нет ничего. Почему? А, вот. Бур мы нашли, автодрель. А, это автодрель. Что еще? Тут ну, еще. Глайдер это какой-то самолет он. Наверное. Так, и все, я собирал вроде. О, опять уже нету. Ну я же этот открыл. Я ящик. Там 50. А, винт турбин надо, короче, найти этот чертеж. Да. Открыть его. Надо турбину найти. Блюпринта нет. Даже нам переработать нечем резать. 5,9, 21 кристалл. Так, с едой все норм. Не понял. О, ты уже приехал? Где все собаки? Где собаки? Не крякнули они у тебя случайно? Все были кормлены, у всех это высокий процент, только они могли крякнуть. А на карте не видно? А их никто не сгрыз там в случае? Потому что на них ну нападает. Я же это со всеми уходил. У меня собак отдельно не видно на карте. Да, я не вижу. Откуда непонятно. Плохо ты о них заботился, походу. А сейчас? Три. О, уже четвертый. А вон, под землей. А что, надо еще раз пытайся. Она в сугробе. Она вверх ногами бежит, смотри. Да, наверх нога, она на спине плавает, походу. Собака. Ты опять попробуй ТП-шницу еще раз. Ой, ёпты. Блин, все равно она под землю уходит. Так, надо сохраниться. Да, сохранись. Надеюсь, это сохранка. Ага, теперь как сесть? Ага. Да. Ну теперь жопой вниз плавает. Она-то плавает, я теперь выйти не могу. Сейчас из-за поехали. Этого дома. Открыл вот дверь, давай. Право рули. Право, но не в ту сторону. А, ты застрял? Да. Еще я раз не... тогда надо пытаться ТП-шиться. Никак нельзя этот дом снести. А я не знаю. А как разбирать, я не знаю. Да, ничего не изменилось. Как разобрать, если бы я знал. Не, может выйдет теперь. Вроде не в текстуре. Не, в другую сторону. Во. О. Да, а как его разобрать, я не знаю. Собака ногами. То я боюсь сейчас выходить, не дай бог сначала придет. Как же кормить теперь?
Ух ты, я микробов изучаю. Микроскоп. Не хочешь посмотреть? Какой? Который ты поставил тут. Вон, на картинку смотри прям. На красненькую. Блин, как тогда его разобрать и убрать? Ну, никак. Значит, никак. Почему у нас 200 энергии? Как было, так и есть. Почему? Так, а тут энергия? Там нет. А, энергия, это... где подводная лодка? Там желтый. Пойду я тогда к подводке. Подводные лодки там это пособирать. Все ж надо искать. Ветрогенератор. Надо там энергию взять. Может, надо постройки с ними найти. Как раз там какой-нибудь чертеж. Может быть. Ну, по карте надо ездить. А как тут поедешь? А как тут поедешь на собаке перевернутой? Которая, конечно, ногами. Она на спине скользит. И она под текстурой внизу бегает. Одни лапы только иногда выскакивают. Собак страшная. Не 208. Угу, 200 забрал. Ее теперь не покормят. Вот в чем проблема. Ну сейчас попробуем перезапустить тогда, наверное. Что будет? Где-то тут были светящиеся эти. А вот они. Вот это как раз энергию сразу давало. О, да. Ой, ёпты, как так? Чё такое? Я взлетел на парашюте. О, я вижу. Это ты как? А там некоторые места есть такие. Ну блин. Красиво летит. Где моя СВД? Шпион. Я просто стоял. Все просто. А, я на этом взлетел, на этом. Гейзер. О, 493 уже. Ух ты! Я вижу наш, да. Так, там я был. Ух ты, что там?
бинокля нет. Ну так смотришь, карты маленькие. Поехали. Так, энергии я набрал. Там был, там был. А, ты вон там был. Туда рванем. Ты фабрикатор никакой не делал? Я не знаю, я вот там, которые стоят. Там фабрикатор, который этот, всякие делает предметы. Да. Он стоит в желтом домике. В глючном домике. Там были. Куда я скачу, не знаю. Ой, еще одни фиолетовые кристаллы. А они что дают, не помнишь? Mm-mm. Вот тут и рыбалка заодно. В этом болоте. А, тоже кристаллы, что ли? 22, ну все, посмотрим. Расстреляет кристаллы. Ух ты, 400. А ты руду переработал, что ли? Да. Тут 2800 стало. У меня еще до хрена рыбы. Сейчас я тут рыбу. У нас 5 килограмм ее. 5,5. 5,6, ну, да. Уже. Я же собираюсь. Да. А тут, походу, вот этот он лучше в желтом домике, который стоит. Да, он там больше делает. А фабрикатора здесь никакого больше нет. Ерунда какая-то. Ну, тут еще накопаю сейчас руды. Потому что можно перерабатывать. Постройки, кстати, ломаются. Как? Чинить их надо. Нам их сломать, наоборот, надо. Так их перенести можно. Как? Подходишь, левую кнопку нажимаешь. И выбираешь заново место размещения. Ну, это которое ты устанавливаешь. Не понял. Тебе что надо перенести? Да вот этот желтый наш перенести его надо.
круглый какой-то контейнер этот, домик, не знаю, что, как его назвать. Где кровать и все остальное? Нет. Василий поставил. Это который этот, типа лаборатории, что ли? Да, да. Вот подходишь, левую кнопку нажимаешь, поближе, кружочек такой у него появляется, без надписей. Походу тут уже ничего не появится. А потому что там, наверное, внутри стоит. Ну да. Зато вытаскивать, убирать. И внутри все переносится, что? Когда ближе, поближе подходишь, вокруг него белый кружок. Может, у Василия, может, оставил. Сейчас я ТП-шусь в дом. Сейчас я рыбу наловлю, вернусь. Наверное, да, кто ставил, тот и... Ну, может быть, может быть. Так, ладно. Пойду, наверное. Сейчас, погоди, не уходи, будем пробовать. Я все равно заканчивать буду стримчик. Надо будет попробовать это, чтобы втроем соединиться. Я недолго. Чё, такой пошел, сейчас рестарт нет. Стол ты пошел домой. Сначала подойди к вот к этому кругу сначала. Его можешь переместить? О, понес. Ну да. Кто ставит? Надо это все вынести. Кто поставил, тот и перемещает. Перемещает мебель. Куда в его? Да хоть туда. Сейчас поспим. Заодно проверим, работает ли сохранка. Весело, если с нуля. Ну вот с какой стороны смотреть, весело или нет. Ну, сохранка прошла. Может, там не новую игру начинать, а как-то загрузить. 26 рыбин пускай будет, пока кормить надо собак. Так, все вроде бы, да? А как сохранять? Ну ты вот тут вроде сохранился. Тут слип и дискет. Может быть, ладно. Ну-ка. А вот водичка. Exit. Ну-ка, ладно, сейчас мой стримчик закончу. И всем огромное спасибо за просмотр, за лайкосики. Будем пробовать разбираться. Всем пока-пока. Удачи.